Сегодня в Даугаве выпустят 2000 мальков балтийского осетра. Этот вид рыбы сейчас под угрозой полного исчезновения и занесен в Красную книгу многих стран. В Латвии балтийского осетра выращивают на ферме Томая научно-исследовательского института БИОР. Последний случай ловли балтийского осетра был зарегистрирован 18 лет назад. В 1996 году в Эстонии рядом с островом Муху был пойман почти 3-метровый осетр весом 136 килограммов и с черной икрой весом 26 килограммов. Сейчас балтийский осетр встречается крайне редко, и для сохранения вида необходимо сотрудничество стран всего региона Балтийского моря. Первой с этой инициативой выступила Германия, потом к ней присоединились Польша и Литва. Латвия участвует в проекте по спасению балтийского осетра с 2012 года.